Это лаборатория по улице Тангиева в Назране 5 в Ингушетии. Она открылась в ноябре прошлого года, но уже успела заявить о себе. Сейчас мы будем брать кровь на витамин D3. Сожмите кулак. Мария Малобогачеева работает поблизости и решила проверить свое здоровье. О службе «Хеликс» она знала от родных, но пришла сюда впервые. Я пришла в лабораторию «Хеликс» для того, чтобы сдать анализы на D3, так как в последнее время начала замечать за собой быструю утомляемость на работе. Обслуживание мне понравилось. У медсестры легкая рука. У меня взяли кровь, и через день-два я приду за результатами. Только в Назране в «Хеликс» анализы сдают более 100 человек в день. Лаборатория выполняет более 2500 различных исследований. От стандартных клинических и биохимических до сложных генетических. Результаты большинства анализов можно узнать уже на следующий день. Любым удобным способом. По электронной почте, СМС, телефону или придя лично в центр. У нас 5 лабораторий по республике. 3 из них работают без выходных. С 8 утра до 6 вечера сдается анализ на ковид. То есть в некоторых лабораториях бывало, что сдают, не сдают, но у нас это стабильно, и как бы люди именно поэтому доверяют. Есть быстрые сроки изготовления. Одно из преимуществ компании – скидки и акции. Но главное, за что доверяют «Хеликс» – это точность и скорость. Высокое качество проводимых исследований достигается за счет четкого соблюдения алгоритма процедур, системы ежедневного контроля качества, а еще регулярной калибровки оборудования. Сотрудники компании проходят корпоративное обучение и регулярно повышают квалификацию. У нас работают только профессионалы. Мы сами обучаем свой персонал. И допускаем их к работе только тогда, если они сдают экзамен. Для нас очень важно поднять условия сервиса. И мы знаем, как это делать, и мы работаем в этом направлении. Еще одна особенность лаборатории – это ее мобильная служба. Сдать анализы можно там, где удобно клиенту. Анализы на дому – лучшее решение для тех, у кого маленькие дети, пожилые родственники или, как в случае с Айшат Ганижевой, плохое самочувствие. Плохо себя чувствовала, ехать мне неохота было, и погода очень жарко. Вот я вызвала их, эту группу, и они мне вот сейчас сняли, взяли кровь на антитела. Я довольна, что в Ингушетии можно позвонить, вызвать группу, которые приедут, сделают анализы и уедут. Служба «Хеликс» работает с 1998 года. Под этим брендом открыто более 300 диагностических центров и лабораторных пунктов по всей стране. Еще один филиал в скором времени появится и в Карабулаке. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.